период пандемии практически во всем мире люди стали больше времени проводить дома. Дома мы работаем, проводим досуг, отдыхаем, поэтому важно, чтобы обстановка была комфортной и безопасной. Одна из важнейших составляющих нормального микроклимата – это влажность воздуха. Поддерживать ее на правильном уровне обычно помогают увлажнители воздуха, и сегодня мы рассмотрим как раз такое устройство под названием Kaival EA200 Wi-Fi. Итак, комфортный уровень влажности воздуха для человека составляет 40-60%. Если в семье есть маленькие дети, этот показатель возрастает до 70%. В холодное время года, когда в домах включают радиаторы и обогреватели, влажность воздуха падает до 25-35%, и эти изменения непременно начинают отражаться на вашем самочувствии. Появляется сонливость, быстрая утомляемость и головная боль. Кожа становится сухой и иногда даже начинает шелушиться. Из-за сухости снижаются защитные свойства слизистой носоглотки и возрастает риск подхватить респираторную инфекцию. Качественный увлажнитель воздуха нормализует уровень влажности в помещении и помогает избежать столь неприятных последствий. Модель, о которой сегодня пойдет речь, станет отличным выбором для комнаты площадью до 40 квадратных метров. Kaival EA200 Wi-Fi – компактный, тихий, при этом достаточно функциональный увлажнитель воздуха. Он укомплектован съемным резервуаром для воды объемом 4,5 литра. Благодаря большой вместительности резервуара его не нужно постоянно заправлять. Этого объема хватит для непрерывной работы устройства в течение 2-3 дней. Если увлажнитель включается только периодически, воды хватит на еще более длительный срок. В любом случае, когда она закончится, гаджет автоматически отключится и сработает соответствующий светодиодный индикатор. Чтобы пополнить запас воды, нужно просто извлечь резервуар из корпуса при помощи небольшой ручки и наполнить его. Важно, что для увлажнителя допустимо использовать самую обычную воду из-под крана. Сменные керамические фильтры поглотят любые неприятные запахи и минералы. Благодаря ультразвуковому типу увлажнения устройство обеспечивает комфортную регулировку влажности. Никаких капель на поверхностях мебели или на полу от него не остается, поскольку устройство распыляет мелкодисперсный туман. Для равномерного увлажнения воздуха распылитель можно вращать на 360 градусов. При этом прохладный туман поднимается на высоту до 65 см. Модель получила два встроенных сенсора. Один из них отслеживает уровень воды в резервуаре, а второй измеряет влажность воздуха. Управлять увлажнителем достаточно просто. На корпусе есть поворотный переключатель с плавной регулировкой скорости распыления. А еще поддерживается управление со смартфона через фирменное приложение от Kaival. В нем также можно настроить режим работы и активировать голосовое управление гаджетом через помощников Яндекс.Алису, Марусю от Mail.ru и Google Assistant. Работает гаджет очень тихо, уровень его шума не превышает 26 дБ, что чуть тише, чем, например, система охлаждения в тонком ультрабуке. Так что на ночь этот увлажнитель можно не выключать, ваш сон он точно не потревожит. Корпус устройства и резервуар для воды изготовлены из безопасного пластика. В нем нет бисфенола А, поэтому увлажнитель можно использовать даже рядом с маленькими детьми. Ну а для защиты внутренности от воды используется надежное нано-покрытие. Благодаря маленьким размерам корпуса и весу всего в 1,5 кг, его легко можно перенести из комнаты в комнату. К тому же модель выпускается в нейтрально-бело-синем цвете, так что она почти наверняка нормально впишется в любой интерьер. Стоимость Kaival EA200 Wi-Fi сейчас составляет примерно 5000 рублей, что относит его к классу бюджетных увлажнителей. Тем не менее, устройство предлагает вполне неплохой набор полезностей, среди которых экономный расход воды, голосовое управление, поддержка мобильного приложения и возможность бесшумной работы. Набор, согласитесь, вполне себе достойный. Подробнее узнать о гаджете вы сможете по ссылке в описании. Ну а мы, пожалуй, на этом закончим. Вы смотрели geekinside.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока!